Третье место. Это Раин Алиева. Рейна Алиева. Неправильно, извините. Рейна Алиева. Посмотрите, какая молодая, красивая девушка. Да. Да, подполковник полиции. Понимаете? Кандидат юридических наук. У нас образованных людей в Харале очень много, и это очень радует. Образование всегда приветствуется. Вы согласны, друзья? Да. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос. Ну, два слова о себе, буквально два слова, потому что у нас тайминг. Скажите, пожалуйста, как вы приглашаете людей на события? Я приглашаю на события в первую очередь себя. Как только объявляется событие, я на него регистрируюсь, покупаю билет и показываю его в общем чате. Девочки, я еду. На Кавказской волне у меня было 4 человека, и сейчас со мной партнер здесь из Екатеринбурга. Браво! Спасибо. И сейчас уже у нас ажиотаж, потому что делаю заранее промоушен на ЗДЗ. Есть желающие поехать, надеюсь, что у всех получится. Вот, и вот та энергетика, о которой сегодня говорили на брифинге, вот я ее передаю туда, и идет внутренняя мотивация, то есть меняется мышление, и люди хотят сами ехать. Вопрос второй. Второй вопрос. Значит, как вы определяете того самого человека, на которого вам не жалко тратить свое время, свои силы, энергию, жизнь свою, ключевых людей, как вы определяете? И немножко два слова, как вы работаете? Интернет, живые люди, теплые контакты, холодные. Расскажите, пожалуйста. Время, за которое вы сделали. Бриллианта? Человек квалификации открытого мастера. Бриллианта я сделала, я в июне была серебром, и ну, полгода, если взять так, 5 месяцев. Всего сколько вы в компании? В компании я 3 года, но 2 года я изучала, погружалась, уходила в изучение там нутрициологии. Но я рекомендую CBA и прицепиться к своему наставнику, поселиться в его голове. Ключевые люди для меня это инициативные люди. Честно скажу, вначале я тратила время на всех, сейчас меня мало, я расходую себя дозированно. Это если человек инициативный, работает со своим мышлением и включается в работу наставника. Здорово. Аплодисменты, друзья. Бриллиантовый директор в открытой квалификации мастера. Ну, это я вчера, когда познакомилась со всеми тремя девушками, ну, Эльмиру я немножко знала раньше, потому что я ездила в Казань. Когда я познакомилась с этой девушкой, Таисой Исраилова, я офигела, ребята. 5 детей, 38 лет. Помощница прокурора в городе Грозном. Кстати, это тоже город Грозный. Да, посмотрите, какая красавица. Как ушла в декретный отпуск? 11 лет сыну, потом 9, 7, 5 дочкам и еще маленький сынок 3 года. Так из декрета в коралловый клуб. Да, скажи, пожалуйста, кто тебя пригласил и как ты приглашаешь людей на события? Спасибо большое. Я очень рада сегодня здесь быть. Я впервые скажу, что на таком мероприятии я впервые. Человек квалификации из бриллианта и открытого мастера. Молодец. Спасибо. Я в Корл с июня месяца. Пригласила меня моя подруга со студенчества. Тамила Караева, мой вышестоящий наставник. Вот. Значит, стартовала я сразу. Я искала себя, пока в декрете, чтобы не выходить на госслужбу. Я понимала, что с 5 детьми это ну, почти невозможно, потому что дети все поймут. Вот. Ну, не думала, конечно, о сетевом, но искала себя в бизнесе, что-то свое. Ну, я решила попробовать по настоянию своей подруги. Неплохо попробовала. 4 месяца, бриллиант и открытый мастер на 5-й месяц. Спасибо. Значит, у меня в основном это мой, меня поддержали близкие, мой теплый круг, это мои 4 моих директоров, значит, это мои подруги, друзья, близкие родственники. Есть в организации «Изумруд»? Да.
У меня открытые изумруды, вон сидят мои девочки. Спасибо, что сегодня поддержали, со мной трое девочек. Закрытый изумруд, открытый изумруд, открытый... Аплодисменты, друзья! Команда на событии, поддержать своего наставника. Вот. И у меня получилось, ребят, наверное, мне Вселенная ответила. Я искала, поэтому и нашла. Ребят, самое главное — это то, что ты делаешь и как ты в него вкладываешься. И, естественно, это наставление на своего же наставника. То есть не надо ничего нового придумывать, просто следовать инструкциям. И как вы работаете, да, что делаете? Значит, как я приглашаю, и, соответственно, ребят, просто не надо говорить, а давайте. Просто показать на своем примере, что у меня получилось, и люди охотно идут. Если доверяют, то идут. А чтобы, наверное, это вот на доверии все и строится. Просто показать искренность и то, что ты делаешь, и настолько, чтобы поверили и пошли, за что потом тебя благодарят. Даже не сколько заработок, да, мы, конечно, в итоге за этим сюда пришли, но сколько вот передать вот эту любовь. Я поняла, вы с теплым кругом работаете. Да. Вот кровность, теплый круг, вот видите, как Дагестан, Казахстан развивается. Значит, и наши регионы, Россия тоже должны брать пример. Кровность, вот показывать людям, когда вы уже преуспели в чем-то, уже чего-то достигли, рассказывайте снова людям. Люди меняют свои решения. Я помню, как у меня булькали все, когда я пришла, тоже мне нашла бизнес. А сегодня все уважают. Да. И Мира Зарипова. Очаровательная совершенно женщина. Пусть она расскажет о себе два слова. Первое место по товарообороту. Закрытый бриллиантовый директор и открытая квалификация мастера. Наставника. Добрый день, дорогие друзья. Это все благодаря моему всему наставническому экспорту, моим командорам, моим ледоколам, которые в меня всегда верили, всегда в меня вселяли любовь, надежду и энергию счастья. Вот правда, это моя любимая подруга, друг, наставник, в первую очередь, Рамзия Бурдина. Аплодисменты Рамзии Бурдиной! Как вы приглашаете людей на события? Естественно, как и Рейна, я сама регистрируюсь в первую очередь, показываю в бизнесовом чате свой билет и призываю поддержать меня присутствием, потому что именно на событии мы учимся меняться, работаем со стереотипами и действительно позволяем себе быть счастливыми, успешными, здоровыми и... Все у всех обязательно получится, потому что 24 года компании, здесь просто надо быть. Да. Ну, надеюсь, вы говорите людям, что они на каждом событии, они заразятся такой энергией, они так просолятся энергией успешных людей, нацеленных на успех. Это вы говорите? Обязательно. Здесь просто трудно уйти другим. На самом деле мы сразу становимся такими, как все. Нам хочется двигаться, и мы верим в первую очередь в себя, что у нас получится. Ведь именно за этим мы сюда приезжаем. Такие, как все, за пределами этого зала. А мы такие, как не все. Хорошо. Я хочу сказать, мы коралловцы особенные, и мы заражаем энергией счастья. И у нас все получится. Пусть мир будет счастлив. Да. Поздравляю. Друзья, еще раз, не пожалейте своих ладошек для этих замечательных красавиц.